А вот в столице до сих пор не могут решить, где же рассматривать так называемое газовое дело, в котором фигурируют 8 человек, среди которых народный депутат Александр Онищенко. Сторона защиты настаивает, что дело должны слушать в Шевченковском райсуде Киева. Именно в этом районе находится потерпевшая сторона, госкомпания «Укргаздобыча». Однако в специальной антикоррупционной прокуратуре против, по их мнению, заседать должны в Соломенском районе столицы, там, где расположена сторона обвинения. Разрешить этот спор теперь должен апелляционный суд.